Здесь показало, что вы действительно мой дом, второй дом, потому что Украина все равно в моем сердце всегда, но когда я Рядом с часом тук, за что то твое отново доказываю и мне показывает, что вы есть мой дом, есть в мое то сердце, за что то вопреки, что и в Украине с чувством добре. И я была три недели в Украине, и, конечно, это боль, это моя любимая страна, это мой дом. Бег три седмицы в Украине, разбился твой мой дом, твоя мой таболка. Но когда я была в Украине, я действительно увидела много чудес, которые совершает Бог в это трудное время. Там видях много чудеса, которые извершил Бог в пресвятое трудное время. И как Он действует в жизни своих детей. И как то и действовал в животе на свои эти деца. И я это ощутила на себе и слышала еще очень много таких свидетельств, вот такие наподобие, как у меня были. И усетих его в мой живот и видях и другие свидетельства, подобные на мойту. И я хочу очень кратко поделиться одним из свидетельств, которое вот произошло буквально на этой неделе. Искам на кратко досподели свое то свидетельство, кое то се случит при стази седмица. Я, конечно же, как и все, очень люблю свой дом, и я всегда как бы молилась особо за людей, которые жили вокруг меня. Обичам свой дом и се молих винаги за хора, такую за свой любимый двор, за своих соседей. Любим двор, за свои эти соседи. И, конечно же, мне хотелось вернуться в свой любимый дом. И разбилась миссия, искаши да се в свой любимый дом. Но случилось так, что был прилет в наш дом. Обаче се случи такая, че попад на ракета в наш дом. И когда я это узнала, я думала, а может быть не мой дом, а может быть не мой подъезд, а может быть там не мои соседи. Соседи, которые не выехали, потому что мой подъезд действительно весь заселен. Смыслих, дано не мой дом, дано не мой двор, не мой, не в мой эти соседи. Но я верила в то, что по молитвам моим, по молитвам моих братьев и сестер, Бог должен сотворить чудо. И чудо действительно произошло. Смотри, мойте молитвы, молитвы на мойте близкие, Господь, что извершит чудо, и то на истинно все случае. В наш подъезд прилетел снаряд. В наш вход влезли ракета. На второй этаж. На второй этаж. И случилось, конечно, страшное. Но Бог в этой ситуации сотворил чудо, потому что никто из жильцов не пострадал. Бачи, Господи, даже в тази ситуации извольше чудо, за что-то никую эту комнату не пострада. Действительно, так ювелирно пролетел этот снаряд, что разрушил только стену, которая была под окном. И не разрушил ракета, даже ни лестницу, ни само здание. Что даже не разрушило столбики из гранита, ну, скажем так, ремонтируются. Повредить тебя такие, что да могут все ремонтировать. Кроме того, не пострадал ни один человек, а второй этаж был весь заселен, потому что ударная волна упала на вот эти вот двери, которые металлические у нас стояли. И освен това не пострадал ни то один человек, вопреки че второй этаж беше много заселен. Но кроме того, через несколько дней, когда я связалась со своей соседкой, которая смотрит за моей квартирой, за моими котиками, которые остались еще у меня в Херсоне. Два дня след това се свързах с моей соседкой, която гледа моите котенца, които останаха в Херсоне. Она сказала, Таня, ты знаешь, это чудо, твоя квартира вообще не пострадала. Тя каза, знаешь ли, извършился чудо, за что-то твой апартамент изобщо не пострадал. Я живу на третьем этаже, как раз в том месте, где упал этот точно снаряд. На место, ту, где упадна тази ракета. И ни одно стекло в моей квартире и ни то одно стеклце в мой апартамент не вылетело ни на веранде, ни в не какой излетяло, комнате. Не излетело ни в прозорците, на веранде, на террасе. Дело в том, что она говорит, я не знаю, почему так произошло. И тебя не знаем, за что такая се случай. У соседей сверху, соседи сбоку, тип, в соседнем доме, от горе, в доме надолу, напротив. Соседна та сграда, везде были выбиты стекла ударной волной. На всякой волной. Стекла табях избити. А в твоей квартире ни одно стекло не повреждено. Так в твой апартамент ни то одно стекло не повреждено. Я еще не была дома, но то, что засвидетельствовал мне неверующий человек, и она знает, что я хожу в церковь, знает, знаю, что я Божий дитя. Знает, что я знаю часом Божий дитя. И она сказала, и каза, молись за нас, потому что Бог действительно за нас, нас оберегает. За что-то Господь на истинно не пази. И для меня это было самое большое чудо за, мен, за все это время, чудо, которое Бог время, явил. Кое-то Господь мне явил. Я не знаю, как будет дальше, я сохранится знаю, ли мой дом. Но я молюсь и верю в то, запази, Бог действует в это тяжелое время и хочет, чтобы действительно каждый был спасен. Искренне истинно всякий день от нас да будет спасен. И я думаю, что для моих соседей, которые верю, остались за мои соседи, в этом городе, Устанах, где идут постоянные град, обстрелы, постоянно для них это тоже было чудо. И они понимают, что это совершил и наш великий Бог. Что твагу извершил Господь. И поэтому я еще раз хочу прославить Его. И отново искам и сказать спасибо, что у меня есть докажем, такой Отец Небесный. Благодаря, че има мой Небесен Отец. Слава Богу, спасибо, Татьяна. Слава на Бога. Я думаю, мы вообще отдельно еще сделаем, что...